Что творится в автоклаве при давлении чуть больше 2,3 атмосферы? Мы восстанавливаем мячи с помощью автоклава. Вот такие мячи, лого сохранилось, но полуздутые. Они за 2 месяца, если вытащили из-под давления, в родной коробке давление около 1 атмосферы. И внутри, соответственно, сохраняется 1-2 атмосферы у мяча. У взрослого, стандартного для большого тенниса. Полный автоклав я положил мячей. И в процессе накачки они уже начали там дергаться. Сейчас жду. Ну вот оно просачивается воздух через фетр, понятно, медленно. Есть шансы, что сейчас на видео хоть раз дернется внутри мяч и звук будет. Шансы уменьшились, кроме звука птичек во дворе, ничего не слышу. И кот пришел. Посмотреть, что творится. Таким насосом накачивал, можно любым электрическим. Дам я давление больше. Хочу быстрее накачать. Сейчас выключу видео, приторможу. Вот я даю давление больше, и сейчас будут звуки. Так, звуков нету, потому ну, они в процессе накачки. Мячи как будто внутри лопаются. Но сейчас переполнены автоклавами. Поместилось штук 70 мячей в этот автоклав. 70-80. И видно, сейчас даже если они... Вначале там было чуть-чуть у них место, куда расширяться, и звуки были лопающиеся. Сейчас в процессе накачки пару раз что-то лопнуло внутри. И все. Ну, накачивать больше не имеет смысла. Мячи будут очень твердые. Поэтому у меня процесс такой. Сейчас я дал 2,5-3 атмосферы специально, чтобы мячи сейчас накачались. А потом я упаду на стандартное давление, которое в банках. Чтобы на том давлении, пока мне не понадобятся мячи, просто лежали мячи. Тогда у них выровняется давление и станет таким, как у игровых начальных мячей, которые только скрываем с банки.